Добрый день, друзья! Как вы поживаете? Давайте сегодня узнаем короткие фразы для ежедневного употребления. Часть вторая. Здорово! Мы едем в Лос-Анджелес. Здорово! Мне повезло. Ты поступил в университет без экзаменов. Мне повезло. Я за. Давай выпьем водки. Я за. Не обращай внимания. Я, кажется, сказала что-то не то. Не обращай внимания. Вперед! Уходишь вперед. Хочешь это попробовать? Вперед. А я при чем? Мне нужны деньги. А я при чем? Замолчи. Заткнись, грубая. Замолчи. Я не хочу тебя слушать. Так вышло. Я не виновата. Так вышло. Запросто.
Может, на море? Запросто. Что вы говорите? Меня уволили с работы. Что вы говорите? Ай-яй-яй. Да нет, наверное. Пойдешь в кино? Да нет, наверное. То одно, то другое. Я не смог приехать вовремя. То одно, то другое. Толку дать. Эта задача очень трудная. Я не могу толку дать. Я представляю. Мы отлично повеселились. Я представляю. Не парься. Не парься имеет два значения. It has two meanings. Не беспокойся. Не пытайся. Нужна помощь. Не парься, я помогу. Снова пытаешься вернуть жену? Даже не парься. Продолжение следует. Всем отличного дня!